Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 31 год. Родом я из Крыма, из города Симферополя. По образованию я графический дизайнер. И рисовать люблю я с детства. Около 5 лет я рисую в цифровом формате. Сначала это была программа Photoshop, после я перешла в программу Procreate. Конкурс Golden Time Talent – это мой первый масштабный конкурс. В первом туре мои работы заняли 2-е и 3-е места. Хочу представить вашему вниманию мою работу, выполненную специально для участия в финальном туре. Иллюстрация выполнена в программе Procreate размером 30 на 42 сантиметра. Эту работу я назвала «Свободная». Здесь мы видим девушку под водой. Вода помогает нам очиститься от лишних мыслей, негативных эмоций, суеты и ежедневной гонки. Так и девушка, изображенная на работе, освободила свой разум и мысли от накопленного ежедневного шума. Теперь она свободна и готова к новым открытиям и свершениям с ясным видением своего пути. Спасибо за внимание!